Пока в столице Олимпиады подводили итоги игр, в Беловской колонии строгого режима определяли лучшего снежного скульптора. Заключенные поддержали олимпийскую тематику, вылепили из снега фигуры известных российских спортсменов – фигуристки Юлии Лепницкой, вратаря сборной России по хоккею Сергея Бобровского и лыжника Александра Бессмертных. Помимо спортсменов, осужденные изваяли снежные скульптуры олимпийских символов – зайца, белого медведя и снежного барса, а также бурого мишку Олимпиады 80. Каждый отряд слепил по 2-3 фигуры и раскрасил их красками. На создание снежного городка у заключенных ушла неделя. По итогам конкурса лучших снежных скульпторов поощрят дополнительным свиданием с родными. Короб набивали снегом, потом разбирается короб и начинается резание фигур. Шпателем, пилочкой, по возможности, там где руками.